Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют Артемьев день. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память великомученика Артемия Антиохийского, праведного отрока Артемия Веркольского, преподобного Гавриила Санта-Таврийского архимандрита, священномученика Николая Любомудрого пресвитера, священномучеников Зосимы Пепенина, Иоанна Ганчева, Иоанна Речкина, Иоанна Родионова, Николая Фигурова, Леонида Никольского, Иоанна Талызина и Александра Орлова пресвитеров, Михаила Исаева и Петра Кравца диаконов и мученика Павла Бочарова и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.